Всем шаббат шалом. Значит, сегодня мы читали недельную главу Корах. Корах о корах. Имя Корах звучит как керах, это лед или его корах, как будто лед или холод, который он такой мягкий холод. Они лед или лама за Я не знаю, почему его родители так его назвали, но

Значит, это шестой стих. «Утром сам Господь скажет, кто его и кто свят, и кому позволит приближаться к себе. И кого он изберет, тот и будет приближаться к нему». Значит, это числа, 16, 16 глава, 5 стих по 1. Окей, а сипур по кашер корах марад Моше и, Можие... и זאת אומרת שאת ההיסטוריה פרא קורח היא יבוא הדרוזיה כתורי פרישליק משה ענת של ז'אלרוצה יזדהס מבידים ככ משה רסבירציה סנימי יבוא הדרוזיה ואז משה אומר euh, לכל הלייבים בעצם וכל מי שהיה יחד עם קורח המעט מכם כהבדיל אלוהי ישראל אתכם מעידת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן משכן אדוני ולעמוד לפני Айда okay, Окей, значит, я прочитаю 8 9 стих. Обращаясь к Корею, Моисей сказал, послушайте меня, левиты. Вам мало того, что Бог Израиля выделил вас из общины Израиля и приблизил к себе для работ в скине Господней, чтобы предстоять перед общиной служителей. Маумер, а Моцек, Кадош, мекаревото алав. Значит, Моисей говорит, что кого Бог найдет чистым и приблизит к себе, а у Бухерото лешарет это это а вот базманоза кодиш Значит, Бог видит, кто чистый, кто готов работать, Он избирает его, выделяет его из народа и он, этот человек, он стоит работать. Раньше это было в Скинии, Господне. ומה שהעיקר לשרת את העדה, זאת אומרת לשרת את האנשים. ומזה אנחנו יכולים לראות שבעצם שירות לאלוהים זה שירות לאנשים. ואחר כך משה דיבר על הוא קרא אנשים נוספים שמרדו והם לא רצו לבוא. ותשימו לב מה הם אמרו למשה כתירוץ. דברתי פסמוטרים שטואניס קזה לי, מעשה, פתשימו אני נחתה לפריטי. אף לא על ארץ זיבת חלב ודבש, איבתנו, ונתת לנו נחלת שדה וכרם. Значит, я прочитаю 14 стих из книги числа, 16 глава. А главное, ты ведь не привел нас в землю, которая источает молоко и мед, да и не дал нам во владение ни полей, ни виноградников. Думаешь пустить пыль в глаза таким людям, как мы? Не жди, не придем. Окей. Okay.

Если живыми сойдут они в шоль то знаете, на самого Господа хулу возвели эти люди. Значит, эти люди, они восстали против Моисея, и поэтому Бог говорит, как будто через Моисея, что вы, когда вы восстали против Моисея, вы восстали против меня, Господа, и я вас накажу. אוקיי. אז בעצם, מה אנחנו רואים? אנשים עם לב נקי אלו אנשים שאלוהים בוחר אותם להקריב אותו אליו. ואנחנו גם רואים ששירות לאלוהים זה שירות לאנשים

הזעם וההתקממות שישנו ב... שלפעמים מתעורר בלב של כל אחד מאיתנו. זה בעצם מכשול, מכשול בחיים שלנו. את אשתו תשתונה משייט. קרבו את המכשול. הצטופיים, את צלי.

أو, если обладаем, Но если мы приходим, экзамен и тест, тогда мы ничего не рушим, ничего не ломаем. это Значит, когда мы чувствуем, что мы хотим против кого-то восстать, мы гневаемся, мы сердимся на кого-то. за это это лев лама, за Тогда это то самое время пойти и проверить наше сердце, почему это случается, почему мы так реагируем. Если я ищу славу Божию и с этим поступком я хочу помочь другим людям и служить им. Или у Шор и Шмар, Шеми Куроба, Гава, Смит. Или может быть эти гнев или восторг, или когда мы сидимся на кого-то, это что-то плохое, и это как будто горкий корень, который он проходит и происходит из... Маума Корши и Лазамаза. А им за Шор и Шмар это горкий корень. А чего приходит все этот гнев, если это что-то хорошее или плохое?

אוקיי, okay, תכנית פחות פנימה יש מי נקטוני סלושת, יא סיכזוס, יא גניב, יא סגניב, אשתו יעשית עם הגוס שעה סדלת, ככה נסבע יוצאת אותו. ואז אנחנו זוכרים מהפרשה הזאת, מפרשת הכורח, שהתחילה, התחילה... מגיפה. מגיפה, תודה. התחילה מגיפה בעם, ואיך עצרו את המגיפה, מי זוכר? Значит, мы можем видеть в этой недельной главе, что из-за этих гнева и восстания Корха, то началась болезнь среди израильского народа. Кто помнит, почему это началось, как это началось? И как это остановилось в конце? Значит, Элиезер, он главный служеник, он взял кадильницу, он прошел между мертвыми и живыми. Окей.

Леколи давай. У всех есть кадильница дома. Окей. А эх анах ну айом мы длигим это котор за? Значит, как они включали эту кадильницу? Ну, эх анах А, как мы сегодня включаем нашу кадильницу? Окей. А с лефи дати, лефи дати, зот, пашут тфила, тфила лейлуим. По моему мнению, мы должны просто помолиться искренне Богу. Окей. Ве тфила яхула льет нихох хох у молитвы может быть хороший приятный запах وזה, בעצם, и так мы сможем решить это как будто ключик нашей проблемы который находится в нашем сердце לא, כאילו, לא הזה, если мы не можем справиться с гневом который из всем плохим что находится в нашем сердце אז התפילה שלנו נהיה מסריכה, מסריח. זאת אומרת נשע, הוא עונה שם מלית נפגעת נזפח. אוקיי. זה לא תהיה ריח ניחוח. אני אוהב את חרושי זפח. וגם בברית החדשה אנחנו רואים שבבשורה על פי לוקאס, ישוע אומר לתלמידיו אי אפשר שלא יבואו מכשולים. רגע? שנייה. אי אפשר שלא יבואו מכשולים. Окей, okay, значит, мы видим в Новом Завете, в Евангелии по Луке, 17 глава, 1 стих. Своим ученикам он сказал, повод к греху всегда найдется, но горе тому, кто подаст этот повод. Зато им минуха, Значит, если вы чувствуете, видите, что в вас сердце что-то гнилое, что-то плохое начинает расти, как гнев, просто помолитесь. И Бог вам даст мир и покой.